Находишь в Бионете запретный сайт и узнаешь о злоупотреблениях ликвидаторов, о том, что старший по этажу тайно получает тройную норму пищевого концентрата класса А и безлимитно тратит воду. Ненавидишь кровавый режим, угнетающий простой народ. От известного оппозиционера узнаешь о том, что власти скрывают, и самосбор только прикрытие для ликвидации неугодных. Всех, кто пишет на чат-каналах и сайтах сопротивления, что оппозиция ложь, называешь предателями, говоришь, что они продались за 15 грамм пищевого концентрата, вступаешь в тайное сопротивление, из мусора и выжимки из фильтров делаешь оружие, броню по тайным рецептам, прочитанным на сайтах сопротивления. Настает великий день. Ваш тайный лидер призывает вас дать отпор кровавым псам режима, открыть гермозатворы и спасти народ от угнетения. Звучит сирена, ты одеваешь броню из пищевых пакетов, берешь дубинку из ножки стула, отрубаешь протокол безопасности и распечатываешь гермозатвор. Выскакиваешь наружу, готовый крушить угнетателей. Но снаружи никого нет, только моргает дежурное освещение и тишина. Кажется, все в порядке. Внезапно понимаешь, что только оболочка из пакетов удерживает формы твоей разрыхлившейся плоти. Теряешь сознание от ужаса и боли. Очнувшись, понимаешь, что ты подключен к Бионету и не можешь выйти. Заходишь на чат-канал сопротивления и пишешь, что все лозунги ложь. Тебя называют предателем и говорят, что ты продался за 15 грамм концентрата.